привет! Сегодня 13 февраля, и с вами Камила Хакимулина. Будьте внимательны, ведь сейчас начнется рассказ о самых интересных и увлекательных событиях, которые пройдут в Казани сегодня. Смотрим! Мышеловка. Камерное пространство малой сцены погружает зрителя в атмосферу респектабельного английского детектива с его юмором, иронией, тонким психологическими деталями и скрытыми за джентльменским спокойствием страстями. Зритель невольно оказывается вовлеченным в расследование, итог которого у королевы детектива Агаты Кристи всегда непредсказуем. Герой спектакля «Пришлый» Накип оказался после войны в Канаде и начал жить с чистого листа. В небольшом городке он устроил некое подобие татарской деревни, стал выращивать картошку, а вместо Хэллоуина справлять татарский сабантуй. Даже жену он на татарский манер называет Жаном «душа моя», а не Джоанной. Но вскоре он узнает, что всем бывшим советским гражданам разрешено вернуться в СССР. Им больше ничего не грозит. Очень надеюсь, что вам понравятся эти спектакли. Но на этом еще не все. В нашей рубрике мероприятия найдутся на любой вкус. Смотрим! Масленица в музее истории Благовещенского собора Казанского Кремля. Под руководством веселого повара посетители сделают блинный торт и оригинальный коктейль, состав которого определят сами. Приходите и насладитесь вкусными десертами в кругу близких. Рассказ о самых интересных событиях ждет вас каждый день в нашей рубрике. Завтра увидимся снова. Пока-пока!